Друзья, сегодня вашему вниманию представляю кулич королевский. Кулич на дрожжах – это невероятно воздушный, очень похож на панеттоне кулич. Но это кулич, это не панеттоне. Вот посмотрите, вот такие красавчики у меня получились. Куличи просто невероятные. Очень-очень рекомендую всем этот рецепт. Я думаю, что это будет просто фаворит из всех рецептов куличей, которые только есть. Вот посмотрите, какой он нежный. Я его разрезаю, он даже проваливается, представляете, от того, что он весь воздушный, нежный и пушистый кулич. Вот сейчас посмотрите, какой он внутри. Вот такая красота. Посмотрите, какая нежность. Вот только посмотрите. Это же просто не кулич, это какое-то чудо. Всем очень-очень рекомендую этот кулич. Просто он мой фаворит. Вот посмотрите. Это просто пух. Видите? Вот посмотрите. Ну что это за кулич? Это просто сказка, а не кулич. Вот такие замечательные куличи у нас с вами получатся. Они воздушные, волокнистые, невероятно нежные и очень-очень вкусные. Вкус этого кулича, я думаю, вы запомните надолго. Все родные и близкие будут настолько вам благодарны, что я думаю, это просто будете печь не только на Пасху, не только на этот светлый праздник, а также будете печь просто в будни, выходные, на праздники этот невероятно воздушный, пушистый кулич. Вот такое чудо и красота у нас с вами получится на нашем мастер-классе.